Кстати, в России на сегодняшний день, наверное, существует самый непрозрачный бизнес и самая непрозрачная же власть. И несмотря на какие-то потуги и правила, которые они пытаются ввести, ну, например, вся страна улыбалась, когда депутатов и членов их семей заставили декларировать свое имущество, и тут же прокатилась по Думе волна разводов. То есть, ну, понятно, с чем это связано. И, конечно, чиновники наши, которые, ну, не буду говорить на 100%, но в подавляющем своем большинстве коррупционеры, вся система выстроена на коррупционной составляющей, конечно, будут до последнего делать все, чтобы не открыть свои истинные доходы и не открыть то, что на самом деле у нас происходит в стране путем даже этих распоряжений. В свое время мы бились над некоторыми аспектами наименования, в частности, улиц в Москве, и не смогли найти даже этих распоряжений. То есть, наверное, у нас самая закрытая в этом плане страна, распоряжения считаются чуть ли не секретными.